Народ, всем здоров, и сегодня у меня на обзоре мороженое Фаря, клубника с наполнителем. Вот такое вот натуральное. Не важно, что там на упаковке, по факту оно вот такое. Жесть. Тут штрих. Все дела, состав. Молоко, так, лактоза. Ну, состав, короче, относительно натуральный. 70 грамм и, по-моему, больше 50 рублей. Ну, а что на упаковке? Хочу по факту. Да, видно, конечно. На вкус, как обычно, клубничная. Нет никаких вкраплений клубники. Один, всем спасибо и до новых встреч. Блин, ну короче, по вкусу оно как обычно, ну, красное мороженое. Ну, клубника там еле-еле чувствуется. Оно холодненькое, стаканчик самый обычный, без шоколада. Вообще, беспредел какой-то, честно говоря. Производитель нас нагло обманывает.